Гладкую и спокойную воду в бассейне можно было наблюдать только до первого свистка главного рефери. С началом игры картина кардинально поменялась. Турнир начался всем не до спокойствия. Ни спортсменам, ни тренерам, ни болельщикам. Лучшим юным мастерам голубых дорожек пришлось постараться. Борьба оказалась нешуточной, конкуренция серьезной. Комплексные соревнования республиканские, Олимпийские дни молодежи. Эти соревнования также являются как бы последним отбором перед первенством Европы нашей национальной команды юношеской республики Беларусь. Вот, по итогам этих соревнований будет формироваться сборная. Матчи проходили в 4 периода по 8 минут. Вода кипела. Состязания по водному полу – это всегда накал страстей, невероятный драйв и бурные эмоции. В международном турнире приняли участие 5 команд. Это 75 спортсменов. Мотивация у каждого подростка одинаковая – добиться настоящего успеха. Хотелось бы дальше продолжать заниматься с водным полом, достигать каких-либо результатов. Хотел бы представлять интересы республики на международном уровне? Конечно. Стремишься в сборную? Да. Семья занималась тоже, многие в семье занимались водным полом. И я пошел тоже. А почему? Ну, не знаю, сначала думал просто научиться плавать, а потом мне понравилось. Вот. Чего ты в будущем хочешь добиться? Ну, скорее, в сборную, конечно, взять. В сборную хочу, национальную. Данный турнир – это значительный толчок для развития молодежной сборной Беларуси по водному полу. И несмотря на то, что этот зрелищный вид спорта не в полном объеме популяризирован в республике, сомневаться не приходится. Такие амбициозные, смелые и талантливые молодые спортсмены сделают все возможное, чтобы придать водному полу второе дыхание. Виктория Сащенко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.